привет из вчера еще солнечного Магадана. Сегодня 21 марта 2024 года. Я снимаю на камеру GoPro. Я вчера прилетела, и небольшие видео с обычного телефона я буду показывать сейчас, ну, как бы почти в прямом эфире, каждый день монтируя по чуть-чуть, а именно видео прогулки по городу я уже в дальнейшем монтирую по приезду в Рязань. И у меня 8 дней здесь, ну, 7. И я смотрела по прогнозу, в Магадане в эти дни 0, минус 5. Сегодня минус 9, но нет ветра, и это очень хорошо. В отличие от двух предыдущих лет, когда я прилетала в 23-м и 22-м году, напомню, что 3 года назад мы переехали из Магадана в Рязань, в марте, буквально 3 года назад. Я прилетала в теплой одежде, потому что это был тоже март-февраль, и были такие морозы, минус 25, минус 30, был ледяной ветер. Я была в теплых куртках и вот в пуховиках. Сейчас впервые за все время я более-менее одета чуть ли не по-летнему, потому что в Рязани плюс 5, тепло, даже в этой куртке мне тепло. Но вот когда нет ветра, здесь хорошо, конечно. Вот, вот так, налегке, можно сказать. Я надеюсь, что не похолодает. Ночью, конечно, минус повыше, но ночью я сижу дома, а днем я не буду много гулять. Я погуляю по чуть-чуть по городу. Особо цели нет бегать по улицам, снимать Магадан. Для этого есть люди, которые здесь живут, которые расскажут о нем сейчас уже больше. А я хочу посмотреть, что изменилось за это время в Магадане, за этот год, что я здесь не была. Ну и я сейчас на улице Дзержинского. Сестра живет вот в этом доме. Она раньше жила на Чайке. И я думаю, этот район вы все знаете. Вот буквально улица Карла Маркса, дом быта и театр. Я сейчас прогуляюсь по Карла Маркса. Ой, хорошая погода, ничего не мерзнет. Я переживала, что будет холодно. Мы вчера ходили, был ветерок. Даже поднялись до рынка с сестрой. Ну, у меня руки мерзли, я была без перчаток. Сейчас я делаю перчатки. Потому что все-таки, хоть и весна в Магадане, но март – это еще зимний месяц. Снега в этом году, в отличие от прошлого года, конечно, очень мало. Вот в прошлом году здесь такие горы были снега. В этом году, я бы сказала, это вообще отсутствие снега. Еще вчера было солнышко. Ветер был, но было солнышко. И оно пригревало, и лужи прямо тает. Видно, что дыхание весны где-то как-то вот присутствует. Буду идти, опять запыхаться немножко буду. Кто-то будет писать, что я пыхчу, неправильно дышу. Дело в том, что приезжаю в Магадан, мне не хватает воздуха. Поэтому я пыхчу. Если вы заметили, мы путешествуем, везде ездим. У меня нет такой отдышки, как здесь. Ювелирные салоны на каждом углу. Не буду повторяться, просто так вот прогуляемся с вами. По родным улицам до боли. Где все знаем, где знаком каждый уголок, можно сказать, каждый камешек. Здесь у сестры из окна, она на 5-м этаже, елка видна. Раньше она была главная в городе, вот здесь ее ставят. Ледяные фигуры она нам показывала, я видео делала, монтировала от сестры. Таких видео. Это традиция в нашем городе, устраивает вот этот конкурс ледяных скульптур. Это все вот стоит на аллее. Сейчас их уже нету. Знаете, странно, почему их нету? Ну, март месяц, ничего не тает. Зачем их посносили? О, здесь осталось остатки горки. Первый год, когда я приезжала, я жила не у сестры, а жила у девочки здесь, в этом доме. У меня вид был на театр, наверное, вы помните. Я вот гуляла с центра вот во все стороны. Так как жила в центре, то я не особо ходила на торговые, где, в общем, прошла вся жизнь. И плохо здесь почищено. Пойду я по аллейке. Да, это можно сказать, в этом году Магадан не снежный. Мы даже когда приземлились на самолете, я обратила внимание, что
что снега нету. Если в прошлом году были туннели, между которыми приземлялся самолет, потом мы ехали на автобусе, прям буквально туннели и горы снега, туннели вырытые, чищенные в снегу выше роста человека, то в этом году пустой аэропорт, все чисто. Здесь был салон какой-то меховый, а сейчас это опять кафе, кулинария, сказка. Ну и сразу отмечу для всех тех, кто заглядывает видео впервые. Мои видео, наверное, скорее для тех, кто давно уехал из Магадана, кто по нему скучает, ностальжирует, нет возможности приехать из-за денег, из-за болезни. Я умудряюсь в последнее время покупать билеты субсидированные по 7200. Если нет таких билетов дешевых, то, конечно, ехать за 15 и выше, как, например, в конце февраля мы искали билеты на Магадан. 46, 90, 157, чтобы вылететь завтра. И даже были цены 260 тысяч. Это были немыслимые цифры. Я не знаю, кто летает по таким деньгам. Для пенсионеров 7200 еще более-менее потянуть можно, если, как я говорила на прямом эфире, не тратишься на таблетки сильные, на лекарства. Когда еще не болеешь, а когда болеешь, то никаких пенсий не хватит, конечно, куда-то летать. Ну, вот пока я смогла прилететь к сестре, очень соскучилась, и говорю, не собиралась я в этом году никуда лететь. А потом меня как-то стрельнуло, говорю, ой, что-то я заскучала, не слезть ли в Магадан. Посмотрела, билет есть. Я купила билет туда-обратно и полетела. Так особо ничего в городе не изменилось, как будто бы не уезжала. Впрочем, я и в прошлом году гуляла и говорила о том же. Иногда идешь по улице, встречаешь знакомые лица. Но с каждым годом все меньше и меньше, потому что многие уезжают, переезжают. Мы дружим, конечно, со многими, кто переезжает в разные города нашей страны. А здесь встречаемся с теми, кто остался, с кем видимся в интернете каждый день. Но вот сейчас приехала, не знаю, смогу видеться с многими или нет. Вроде как выставка в субботу какая-то. Схожу на выставку, многих своих девчонок, коллег увижу. Так, здесь было что-то связанное с этим, с телефонами и техникой. Сейчас кафе «Шафран». Деревья в таком небольшом инее в морозе. Ой, здесь такой вот киосочек стоял полицейский. Ну, по-моему, его в прошлом году уже не было. Я памяти нет, сильно не замечаю какие-то вещи. Забываю. А, кстати, о переходах. Слышите, здесь разговаривает он. Сыпят соль в Магадане, оказывается, тоже. Я думала, что в Магадане не соль, а песок. Оказывается, соль. Планировала я зайти в восход. Сейчас посмотрим, если на обратном пути пойду этой дорогой, загляну. Если нет, то может в другой раз, если получится. И посмотреть, что сейчас изменилось в центральном. Потому что в прошлом году я была в центральном магазине, и там уже половины отделов не было. Одно крыло было пустое. Все меняется. У кого-то бизнес летит к черту, кто-то там уезжает, да, сворачивается, кто-то остается. И много людей, которые здесь живут и не собираются уезжать. Значит, есть нормальная зарплата. И есть возможность здесь жить. И иногда летать в отпуска. Сестра говорит, скользко. Да, лед. Под вот этим снегом лед. Все по-прежнему. Меняется только, знаете, вот какие-то строятся новые объекты, да, очень хочется на море заглянуть, будет тепло, мы с сестрой сходим, пока она на больничном лечится. Вот в прошлом году приезжала, она была на больничном. Ну, работа и жизнь на севере дает о себе знать, плюс возраст. И мы с ней ходили на процедуры, на уколы, сейчас она тоже на дневном стационаре до обеда в больнице. И поэтому, когда будет возможность, мы сходим с ней на море.
обязательно бухту Гертнера, Нагаевскую, а на бухту Гертнера, фу, как бензином пахнуло сейчас, чистый воздух. Не, в Магадане нормальный воздух, только машин много. Когда-то там был свадебный салон, потом сделали дантист, стоматологическую клинику. Свадебный салон был в 80-е, наверное, или в 90-е годы. 90-е. В Магадане везде золото, бриллианты. Я к ним равнодушна, поэтому я в них и не захожу. Не знаю ни цены, ни что продают. Золотой край. Были недавно на выставке в Москве, на ВДНХ. И там был представлен Магадан и наш северный край. Как, естественно, край золотодобычи. Такие там самородки самые большие лежали. Ну, их муляжи. Народ там ухал-ахал, думал, что в Магадане прямо на улице золото валяется. Ага, как же. Вечерний Магадан. Газета существует. Повар Мах. Мы когда-то сюда с Сережкой забегали. Ну, мы же любители где-то перекуснуть. Ой, птицы чирикают. Такие ветки интересные. Изморозь, видите? Ой. Как они выживают? Это голуби сидят наверху. Ну ладно, сейчас потеплело, а когда холодно? А, сразу по ходу дела просто разгуляем, комментирую. Некоторые говорят, вот гуляют все по улице Магадана, а где все люди? Ну, во-первых, здесь людей не так много, меньше 100 тысяч жителей. Во-вторых, люди ходят на работу, чтобы здесь жить, нужно работать. Ну, кто пенсионеры, сидят дома, но каждый пенсионер, наверное, почти каждый, кто имеет возможность, силы, еще работает. Поэтому люди на работах. А кто не работает, сидит дома, вяжет, вышивает крестиком. И у всех, наверное, свои дела. Летом почему мало людей на улицах? Только на праздники все вываливают в город. Тогда людей много, потому что 1 мая, 9 мая, другие праздники. Здесь у нас демонстрации, шествия. Я даже уехав, я смотрю, ну, за жизнью Магадана все равно, что так послеживаешь на канале Telegram. В Инстаграм я давно не хожу когда-то. Ну, как вот 2 года назад все закончилось с Инстаграмом. Я тоже поставила точку, потому что все-таки это такой ресурс, где нашу страну ругают, обсирают многие. Я закрыла профиль и ушла оттуда. Удивляюсь людей, которые туда похаживают. Как-то это не патриотично, на мой взгляд. Ну да ладно. У каждого свои понятия об этом патриотизме вообще. Ой, как здесь красиво, аллея, да? Гастроном, кафе «Вельвет». Ну, помните, мы здесь гуляли часто, когда я здесь жила. Мы же погуляли, жили на Якутской. Я здесь вообще часто прогуливалась. И как много было снега, вот в год 20-й, корона. А мне так хотелось на улицу, а я была такая слабая, так хотелось погулять. И тогда столько снега выпало. И мы здесь... Сейчас я сфотографирую. Вот так вот. Ничего вроде и красиво, но одновременно так интересно. Тогда были деревья все в снегу, здесь тропинка еле почищена. Прям такая тропиночка. В этом году, так, я бы сказала, это остатки снега. Родные улицы. Выходные людей побольше будет. Я думаю, что в парке будет больше людей. Я специально билеты купила, чтобы в выходные погулять. Сходить на какие-то мероприятия, на ту же выставку рукоделия. Не знаю, где она точно будет, но обязательно загляну. Так что поснимаю там, зайдите в соседнее видео, расскажу о выставках, о выставке, о девчонках. Культурная жизнь очень насыщенная в Магадане, и она кипит. Люди, которые здесь живут, помимо работы, все-таки чем-то увлекаются. И даже живя здесь, у меня никогда не было свободного времени, потому что постоянно мы где-то в чем-то участвовали. Это и хобби-бум, и другие выставки. И сейчас я вот приезжаю, умудряюсь на них попадать, и мне это так нравится. Продолжение нашей прогулки и разговора о северных пенсиях смотрите в следующих видео. Простите за голос, я умудрилась подхватить какой-то вирус в самолете на обратном пути, поэтому у меня сел голос. Говорить
не могу, желательно вообще не говорить. Поэтому, как я буду озвучивать следующее видео, не знаю, но постараюсь вот в щадящем режиме. А пока большое спасибо, что смотрите мои путешествия и гуляете со мной вместе по Магадану. Мы еще с вами погуляем, правда?